Здравствуйте, с вами магазин «Горные вершины». Сегодня мы вам расскажем про велосипедные насосы. Они бывают компактные, не очень компактные, стационарные и вилочные. Отдельно хотим отметить гоночную разновидность насосиков. Они чрезвычайно маленькие, компактные, но в них можно вставить баллон с газом. Позволит вам почти моментально накачать колесо, но баллончики немногоразовые. Большой насос Topic Road. Им легко накачать колесо, это будет достаточно быстро. Из-за большого объема воздушной камеры крепится он под верхнюю трубу велосипеда. В комплекте к нему идет липучка, фиксирующая его. Второй большой насос, например, автор, имеет шланг, упор под ногу и удобную эргономичную ручку. Более компактные насосы, например, вот этот BBB, он трехсекционный, имеет шланг, на конце которого переходник под шредер, либо пресс-нипель. Либо ветовский насос. Его особенность в том, что он качает в обе стороны, имеет манометр, сразу отверстие под шредер и под пресс. Насосы высокого давления, не стоит их путать с обычными, они всегда тоненькие. Из-за малого объема воздушной камеры ими можно накачать вилку и задать большое давление. Можно накачать и обычное колесо, накачать вы будете очень долго. Чтобы не покупать вот эти два, существуют более универсальные вещи. Вилочный насос, который можно переключить на обычные колеса. Существуют еще и пневмонасосики, которые докачивают колеса путем обычного баллончика CO2. Ну, для тех, кто не уверен в одном баллончике, существуют комбинированные насосы. И сейчас я вам расскажу про напольные насосы. Они самые большие, ну из-за самого большого объема воздушной камеры и больших прилагаемых усилий, ими можно накачать практически что угодно. Они идут с насадками под автовелонипель, оснащены манометрами. Такими насосами у вас получится тоже накачать автомобильное колесо. Напольные насосы фирмы Topic имеют множество всяких примочек. Например, этот оснащен держателем велосипеда, можно использовать его как стенд во время настройки переключателя. У следующего есть переключение усилия. Это актуально, если вы накачиваете колеса на шоссер, у вас очень большое давление. Например, с этим насосом вам все равно ниппель стоит пресса, либо шреддер. Просто его одеваем, фиксируем и начинаем качать. Когда качать становится тяжело, можно переключить фабрикатор в следующее положение. Ведь станет легче. Или еще легче. Большинство насосов универсально, подходят как на авто, так и на велонипель. Нужно только сменить насадку. Откручиваем кожаную шайбу, дергаем за рычаг, влезает резиновый под нить. Достаем его. Переворачиваем вот эту вот вещь. Переворачиваем саму резинку. Закручиваю. Вот и все. Как накачать пресс? Ниппель очень тонкий. Будьте осторожны. Закрут, надевайте насос, держите его углом 90 градусов, не стоит его наклонять в разные стороны. И не шатайте сильно колесо, потому что так его можно загнуть. Одели насос и спокойно качаете. Предположим, что вы накачали. Соедините насос. Если у вас насос качает только автомобильные ниппеля, существуют подобные переходники с пресса на авто. Закручиваем его. И одеваем насос. Снимаем насос. Снимаем переходник, закручиваем его. Насосов великое множество. Выбирайте насос под свои требования, с манометрами или без, любого размера. И учтите, что не все они могут дать большое давление. Обращайте на это внимание при покупке. С вами был магазин «Горные вершины». Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их. Всего доброго!